Приветствую всех сторонников альтернативной истории. Сегодня у нас для вас очередная приятная новость. Правда, должен оговориться, приятная она будет не для всех. Наверняка найдутся десятки, а может быть даже сотни наших зрителей, которым она будет совершенно даже не в моготу. Но прежде чем озвучить эту новость, хотел бы сделать маленькую преамбулу. В 2004 году, когда готовился фильм Андрея Склярова «Загадки Древнего Египта» и имелся заказчик этого фильма, оказалось, что непосредственно перед поездкой денег, средств на экспедицию съемочную у этого заказчика не оказалось. И мне вместе с моими бизнес-партнерами пришлось решать вопрос финансирования этих съемок. Сумма, надо сказать, не маленькая, но мы с удовольствием пошли на эту спонсорскую поддержку, поскольку знали, что Андрею можно доверять, и фильмы, которые он сделает, оправдают любые затраты. То есть мы выступили спонсорами. Сейчас моя новость о том, что наш канал может принимать спонсорскую подписку. Это означает, что те из вас, кто в силу жизненных обстоятельств сегодня может стать подписчиком, а у нас три варианта подписки для вас, от небольшой до более солидной суммы, получат определенные преимущества и дополнительные возможности участвовать в жизни как ЛАИ, так и канала. Конечно, это делается не для того, чтобы вы получили эти привилегии, просто это нормальная практика, когда люди, больше жертвующие на пользу общего дела, и получают немного больше, чем все остальные. Остальных наших подписчиков и зрителей хочу успокоить, что ваши возможности при этом совершенно не уменьшатся, а скорее увеличатся. Потому что если у нас будет больше средств, соответственно, мы можем больше и качественнее снимать для вас, а самое главное, сможем наконец вернуться к тем исследовательским экспедициям, которые вовсю проводились во времена Андрея Склярова. Так что смотрите, по каким вариантам спонсорской подписки вы можете помогать деятельности канала и исследований. Подписывайтесь, будем рады вас видеть в числе спонсоров, а также будем рады видеть вас на наших путешествиях, а кто-то, может быть, станет участником будущих экспедиций ЛАИ. До встречи!